Мы пришли в Дайса. Очанан? Иго. Лятке? Сейге. Новсанонга? Завтра всем в садик, в школу. И нужно много чего прикупить. И мы пришли в Дайсо. Вы просили подробный обзор сделать этого магазина с ценами. Иго, ульма, очана. В общем, 4 вот такие упаковки влажных салфеток детских стоят 5000 вон. Это примерно $4.5. Нужно и для садика, и для школы, девка. Что? Кмантрум. Ну вот такой белый медведь стоит 5. В обычном магазине такой будет стоить 13-15, где-то 13-15 тысяч, а здесь 5. Все-таки в 2-3 раза здесь все дешевле. Но изначально позиционировал себя этот магазин как все по доллару. Вот. А сейчас просто он позиционируется немножко по-другому. Дайсо переводится на русский язык как «все есть». Можно купить все, все, что нужно и не нужно. Здесь можно все найти. Здесь 4 этажа всякой вот такой вот билиберды. Так, ну что вам еще? Если бы вы мне конкретно указали, какие именно цены, на что именно вам нужны. Блокноты по 2000 вон. Тоже где-то доллар и 70 центов. Тетрадки по 1000 вон, это где-то 70-80 центов, где-то так. Я потом внизу подпишу курс вон и к доллару, чтобы вам было прям конкретнее цены, потому что я точно не знаю. Но 1000 вон. По-нашему это называется вонючка. Одна вонючка, две вонючки, три вонючки. Вот. Одна вонючка. Для корейцев, ну, конечно, цены немножко по-другому выглядят с их зарплатами. А для России, там вообще, для каких-то, может, других стран, это будет вполне даже дорого казаться. Тебе что, папа сказал, купит? А пайгу сажен такой сто? Чинча? Чагя, сажен такой сто? Очано? 5 рублей стоит крокодил, которого Ангелина выпросила у папы. Так, также продаются вот такие сковородки а-ля Тефаль. С таким плотным, хорошим покрытием. Made in Korea. И стоят тоже 5. Козырная цена здесь, я так подозреваю, самая дорогая. Это 5000 вон, 5 вонючек. Это $4.5 где-то. Отличная вот такая вот сковородка, которая Тефалю ничем не уступает. Я вообще считаю, что сковородки должны быть недорогие, потому что их чаще нужно менять. Долго все равно сковородки не должны служить. Вот такие крутые спонжики по вонючке. Ну, тут всякие баночки, ланчбоксы. По две вонючки. Примерно доллар и 70 центов. Баксы. Тоже по 5 рублей. Да, всевозможные... Как это называется? Галантерея, расчески, зеркальца. Такое вот все. Также косметика есть. Лаки для ногтей. По вонючке тоже. Все made in Korea. Корейское все. Вот. Дезодоранты. Кто-то говорит, что в Корее дезодоранты не продают. Продают их на каждом углу. Единственное, что они все одной фирмы Nivea, а других у нас нет. Также есть посуда. Всякая розовая дребедень, сумочки, носочки. Сложно, если озвучивать все цены, это уйдет у меня 3 дня. Если все цены вот указывать, да, что здесь есть. Ну вот, в принципе, вы видите, да, от 1000 вон до 5000 вон. Чононче? Ному сади? Ани, кенчана, вы? Иге кенчана, вы? Аббага, якан, Дайсо, катун, ике, чакан гагегу, унжаги опсо. Ильта, 2층 가자. Уринен, олагал, коя. Софья, нон, вы элевейта, та?
올라가면 되지. 어. Кстати, да, хочу вам это самое пожаловаться. Корейцы. Вот есть вот один лифт, да, на весь магазин. Есть люди с колясками, есть люди с этими тележками, а есть люди, которые без ничего, и эти люди молодые. Молодые школьники какие-нибудь, просто молодые люди. И вот все будут ломиться в этот один единственный лифт. Это ужасно. И ты можешь с коляской, меня это так раздражало, когда я с коляской ходила. Ты можешь с коляской простоять час. Час простоять. Тут, смотрите, я вот поднялась быстрее, чем они на лифте доехали. И ты можешь час простоять с коляской, ждать этот лифт. А школьники будут набиваться как селедки в этот лифт, но ни за что не пройдут 2 метра по лестнице. Меня это реально бесило. Но это реально везде, везде вы это здесь в Корее обнаружите. Вот такие всякие косметички. Симпатичные, красивые, по 2 вонючки. Всевозможные, разные. И пушистики, и всякие разные. Все по 2. Что? Моя? Ирам. Моего на нерабарике ирам пучинен гоя. А, хе. Хамдэджи. Можно заказать наклейки со своим именем и приклеивать на свои школьные предметы, на свои канцелярские товары, чтобы знать, чье это. Вот такие симпатичные можно сделать наклейки. Прикольно, сделай что. Так, ну а я цены вам пока продолжу показывать. Тут всевозможные идет канцтовары. Канцтовары тоже все, видите, цены тут, в принципе, фиксированы. 1, 2, 3, 4, 5. Самое дорогое 5. Вот такие сумки пользуются большой популярностью в Корее. Они всякие разные есть, тканевые. На первый взгляд выглядит так солидно, да? Прямо кожа-кожа. А по цене 5. Очень крутой такой. Портмоне, не портмоне, как это называется? Клатч. Ну, все для праздника. Упаковка такая в стиле, сейчас модная, в стиле органик, стоит по одной воне. Такие детские игрушки. Все для школы и офиса. Ну, вот такие всякие штучки. На максимальная цена 5. Уже не знает, перед кем похвастаться своим крокодилом. А? Джелина? Да, также здесь сейчас продаются в Дайсо всякие вкусняшки. Возможно, печеньки. И гораздо дешевле это, чем в обычных магазинах. Как у них так получается, не знаю. Здесь все довольно дешево. Это вот чай. Чай из корня лотоса и из лианы, из которой я недавно делала этот, помните, смузи. Чай есть из всего чего угодно в Корее, но только нет черного чая. Сложно найти, в основном это липтон будет просто. Черный чай, липтон или ахмат. Вот такие сейчас продают. А чистокорейского черного чая нет. Пакетики. Коробочки. Вот такие подарочные коробочки, если мне надо, я вот сюда прихожу, беру подарочные коробочки, потому что они здесь очень дешевые. Вот это стоит всего 1000 вон, меньше доллара, стоит такая добротная, толстая коробочка. В обычном магазине это стоит все довольно, намного дороже. Где вы там, Вы? Да, конечно уж. Его вообще купался. Супислай. О, его рука дитат или не? Кьюбди. Наджунге. Вот слайм. О, такие пучогаджиго. Ипуджи. Чононе. София же делает сейчас слаймы, собственно, производство, и отправляет друзьям в подарок. И вот она сделала такие наклейки, на каждой написано Софи слайм, то бишь слайм от Софии.
и будет их приклеивать как авторскую вот такую вот наклейку. Очень здорово. Ангелина залипла на игрушках. Всякие игрушки есть тоже. Вот видите, по 3000 вон. Поезд с дорогой. Ну, одно название, конечно. Но тем не менее, знаете, и детям в таком возрасте им вообще пофигу. Ой, ну все, тут дружков нашла себе. Одни мальчишки и Ангелина. Ангелина у нас тот же мальчишка. Вот здесь есть отдел для девочек. Здесь она проходит, даже вообще не видит, что здесь. Все, что розового цвета, ее раздражает. Так, все, здесь сплошная канцелярия. Всякие открыточки. Какая милота, божечки мои. Все, made in Korea. Видите, сколько бы я ни брала уже в руки предметов. Все они корейского производства. Но также есть и Китай, я так думаю. Вот наверняка твой крокодил будет китайский. Вот, вот, Ангелина, ты купила китайского крокодила. Я так и знала, что вот такие вот игрушки за пятерку, это все-таки корейское не может быть, это очень для Кореи накладно, это Китай. Да, вот тут отдел арома. Софья ищет себе аромамасло для своих слаймов, чтобы они вкусно пахли. Это арома? Два арома масла настоящих, стопроцентных, стоит всего 2000 вон. Это нереально. Этого просто не может быть. В японском магазине я покупала, а одно вот такое маслице стоит 12-15 долларов. А здесь два бутылька за 2000 вон. Меньше, чем 2 доллара. Надо его сайгета. Оранж лаванда. Всякие аромасвечки по 1000 вон. Так, мы поднялись на третий этаж уже. И здесь у нас все для быта, я так понимаю. Все для быта, все для дома. Всякая кухонная утварь, деревянная. И все по ценам от 1 до 5000 вон. Я пока еще не увидела ничего дороже 5000 вон. Вот это самый дорогой продукт из дерева. Всякая мелочневка тут, короче. Я не знаю, что тут может заинтересовать. Но это вот даже такой столик, смотрите, для клавиатуры. Корейцы любят все такое в стиле минимализм. Натуральное дерево, запах здесь обалденный. Made in Korea, не Китай, не какой-то. 5000 вон стоит вот так компьютер. Можно поставить на него, а клавиатуру положить под него. Да сейчас, знаете, эти живут одиночки. И у них такой дома минимализм. Что с кровати встал, тут же стол тебе, тут же все на одном, в одной комнате все. И вот такая вот популярна стала. А-ля мебель. Мебель это не назовешь, да? Ну, удобно, компактно, удобно. Так. Тут вот все для всяких пейнты, краски, да? Краски, кисти. Кисти 1,5 доллара, 2 доллара. Ну, вот так вот все стоит. Кисти, краски. Интересно, это что, даже вот такой тент в пределах 5 стоит? Обалдеть, товарищи. 5 рублей вот такой тент стоит. Да, это антикомаринная сетка. Классно. Этот велосипед, конечно, не стоит 5. На него вот эти всякие штучки. Он стоит здесь просто как... А на него всякие вот такие штучки по 2. Вот эти все. Собачка, да. Ой, скоро весна, скоро начнем мы в кемпинг ездить. Самые счастливые времена начнутся. Нет ничего более интересного, чем поехать вот так на кемпинг и на костре жарить картофан на углях. Да, Зимок?
여기 살고 싶다, 그치? 네. 여기 살고 싶다, 그렇지? 멋있어, 아저씨. Так, здесь идет все такое вот для кемпинга. Например, вот вам яйца с собой, если надо взять, стоит 1000 вон. Всякие алюминиевые кружечки, алюминиевые кастрюльки. Все в пределах 5000 вон. Ау! И даже, смотрите, даже вот эти вот подстилки, да, для тента, матрасы такие вот. Тоже все в пределах 5000 вон. Здесь вообще реально можно просто жить. Все дешево. А, вот так тебя сфотографировать, да? Ну ладно, я видео снимаю, котенок. Так, здесь все для машины идет. Все для машины. И вот тоже вот такой кожаный стаканчик, подстаканник для кофе для машины стоит 5000 вон. И вот 5000 вон стоит... какая-то. Да что ж такое-то, а? Да, да, галстук для собачки. Стоит $1.5. Ой, да, смешной, да? Да, и носочки для собачки стоят 2000 вон. Только одежда. Вот это, кстати, довольно симпатичная. Я люблю такого. Прямо, знаете, очень нежный такой трикотаж. А. Да, и ножнички. Все, а, это отдел для собак. Все для собак. И опять-таки, корм дорогой самый, стоит 5000 вон. Есть и по 3000 вон корма. Производство корейское. Всякие вкусняшки для собак. Мимонинён, хорошо. Вкусняшки для собак. Тоже вот, биф джерки. По 3000. Игрушки все по 3000 вон. Ангелина, тебя теперь отсюда. И для кошечек также есть подстилка для собак. Наши вот на такой спать не будут, они будут на нее в туалет ходить. Потом у меня дома нет ковриков никаких. Ну что, им только положи какой коврик, они сразу писать на него начинают. А спать им нужно обязательно вот прям, чтобы кровать-кровать была. Вот памперсы для собак. Гантели 2 килограмма. Стоит тоже, наверное, 3000 вон. $2.5. Стоит гантеля 2 килограмма. Осторожно, сейчас на ногу упадет, будешь ныть. Ой, манда, Анджелина. Набор для... А, это одна ракетка. Одна ракетка, самая дорогая, стоит 5000. Но есть и дешевле. Есть по 3. Вот эти по 3000. Не знаю, чем они отличаются. Так, а это что? Ое, это такая сумочка для лифчика. Она реально жесткая, пластмассовая, видимо. И зачем она нужна, интересно? Для меня это загадка. Зонтики по 5. По 5 есть. Также есть по 3. С мумитроллями по 3000 вон. И наверняка есть и по 1. По 2 вот есть такие вот, они, знаете, они вроде как просто полиэтиленовые, но с таким рисунком типа гипюр. Куксу, Ангелина, ты меня только отвлекаешь всякой ерундой. Так, тут все бытовая всякая химия. А это силикон, это силикон, это не бытовая химия. Плоскогубцы 3000 вон. Отвертки. Гвозди, шрупы. Набор шрупов стоит 1000 вон. Обруч стоит 3000 вон. Вау.
Это для аквариума. Всякие штучки для аквариума. У нас аквариума нету. Рыбки наши сдохли давно уже. Так, все, пошел отдел садоводства. Вот, мама, тебе тут понравилось. За 2000 вон можно всякие купить. Но чье производство? Это Китай. Ну, конечно, корейский дорогой. Да, 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 Ангелина, да. Можешь потише сейчас. А где папа? А где папа? Апа удиса. Апа чаджаба пали. Пали апа чаджаба. Корейцы на огороде, вот они. И вообще, где бы то ни было, они работают в длинных перчатках, чтобы руки не загорали ни в коем случае. Или чтобы комары не кусали. Мам, мы когда к тебе поедем летом на дачу, нам тоже нужно будет вот такие перчатки. А то нас комары сожрут. Так, ну все, тут вообще непонятно, чека, всякая фигня началась. Это вот все для растений, земелька, удобрения, камушки. Носочечки. Ой, тут Катька Рогозкина. 2000 вон. Да, уже зима кончилась, а они до сих пор продают эти носки теплющие. Вот такие шляпки. Ангелина, иди сюда. А, большой. По пятерке шляпки. А, вот это тебе нравится, да? Немножко она тебе маловато, по-моему. Жмет слегка. Но у тебя и вкус, Ангелина. Мы с тобой совсем что-то расходимся во вкусах. Айка. Сера. Все, она выбрала себе. Чмоня. Его и по? Тут есть всякие пледики. Пледики по пятерке. Подушечки тоже по пятерке все. Модные современные подушечки. Мягкие. Вот эти по тройке. Кошечки. Это такие штучки на стулья корейцы одевают, чтобы стул, если... Чтобы лучше скользил, чтобы не гремел, когда ты стулом двигаешь, чтобы соседям не мешать. Они на стул, на ножки надевают вот такие вот носочки специальные. Чтобы... Заботятся таким образом о соседях снизу. Это так мило. Если не хотите носочки такие на стул, то можно наклеить вот такие наклейки мягкие. Либо резиновые. Они более долговечные. Да что, Ангелина, господи! А! Да йоги и сома! Тут все для шитья. Ну, Ира Борингоди, кроме. О, вы. Вы. Хорошо. Вот такими панелями сейчас стали отделывать. Они очень мягкие. Очень мягкие. И на каких-то детских. В каких-то детских комнатах, на детских площадках стали вот такими панелями стены внизу отделывать, чтобы дети не поранились. Как знаете, в этом, в дурдоме стены мягкие делают, чтобы головой бились и не убивались насмерть. Так и здесь такое ощущение. Бурки, маниса, сойгу, чего? Офигеть, что-то набрали всякой фигни. Сачин, тут 5 этажей, даже не 4. Мы вот сейчас на 3-м. На 4-м этаже. Все для ванной комнаты, все для уборки, для стирки и всякие ящички для, ну, сунап. Сунап это типа там, короче, ящички. 5 этажей барахла, товарищи, это нереально.
если, короче, у вас рядом с домом есть магазин Дайса, вам больше вообще никакой другой магазин не нужен. Но только со свежими продуктами фермерскими. А так здесь можно купить все. Так, здесь все пошло для ванной комнаты, для душа. Вот такие суперские корейские мочалочки, которые я всегда посылаю всем родственникам в подарок. По 2000 вон здесь всего. Вот такие сиденья на детский унитаз. В Корее для малышей везде используют. Тоже стоит 3000 вон. Так, вот здесь даже мыло всякое продают по 1000 вон. Это круто, это очень дешево. Лавандовое мыло надо взять, я его обожаю. А где папа наш с тележкой? Ладно, не буду брать. Тележки нет, а носить в лом. Папа наш там лифт ждет, стоит бедный. Так, здесь, в общем, все для уборки. Все для уборки. И все очень-очень дешево. В 2 и в 3 раза дешевле, чем в обычном магазине. Вот. Половички нескользящие для ванны. Резиновые. Стоят 5. Швабры. Швабра стоит 5. А, вот нам такие нужны салфетки. София, чекама. Полотенца, сушилки для белья, всевозможные тазики всех размеров. Все, все здесь в пределах 5000 вон. Такой тазик добротный, хороший, очень такая, знаете, пластмасса добротная. 3000 вон стоит. Так, а чье производство? Корейское. Корейское производство. Всех размеров вот такие тазички. И корзинки всякие для ванной комнаты. Вот такие вот. По 2, по 1. Всякая милашная фигня. Мимишная, детская. Тарелочки, кружечки. Керамические. Вот такие вот всякие детские. Вся посуда по 2000 вон. Такие копилки тоже по 2000 вон. Очень много всякой мимишной милоты. Опять же, и подушки здесь, и что это? Файлы, какие-то папки. Очень милые. Прям, знаете... А, это такая папка, а внутри много-много-много файлов. 48 штук. Очень красивые папки и стоят всего 2000 вон. И вот такие простые файлы по 1000 вон по ванничке. Ой, всякие такие, то, что дети любят, то, что у меня у Софии, блин, не успеваю выбрасывать всякую тут дребедень. В общем, школьники всю эту мелочевку очень обожают. Вот такой за 500 копеек. Пакетики какие-то. Такие милые всякие расчесочки. И причем с зеркалом. Видите, там за расческой есть зеркало. Вот такие просто зеркальца. В общем, все, что нужно школьникам. Вся, а это печати. Печати. Мимишность. Все здесь есть. В пределах 1-2000 вон. А это что? Это прихватка же, по-моему. Нет? Я что-то не понимаю, наверное. Вот такие вот тамблеры. Тамбло называется. Тамбло. А как по-русски, я не знаю, когда я... Что? Ну, правда, я не знаю, как будет тамблер по... по-русски. Потому что когда я там жила, ничего этого в помине еще не было. Вот. Такие стаканчики. Папа наш уже умирает. Говорит, пошли домой. Смотрите, какие обалденные тарелки. Просто офигенные. Это керамика. Потрясающей красоты керамика. Тарелки вот такие. Всего по 2000 вон штука. Прям, ну, можно сказать, бесплатно. Хоть каждый день устраивай скандал с питьем посуды.
Все равно это будет не накладно, да? Очень красивые. Вот как-то так, вот такие цены. Что такое кросс-дек? Надо у Софи спросить. Не знаю, что это такое. Мультипаучи. Зачем? Для всего, для всего, для всего сейчас есть своя сумка. Ага. Типа кошелек на шее, да? Какой только фигни не придумал. Сейчас, у нас еще один этаж остался. Дядя, у нас еще один этаж. Офигеть. Там нас ждет, по-моему, все для кухни. И что-то еще интересное. Видео, наверное, на 3 часа получится. А, посуда. Посуда очень современная, очень модная. Смотрите, это то, что сейчас самое трендовое такое, да? По три рубля тарелочка. Таких вот расцветок. Что? Нет. Смотрите, какие классные. Знаете, уже по 5 рублей. Такие нежные, офигеть. Это made in Индонезия. Очень красиво. Огромная, большая, то бишь это блюдо уже такое идет. О, шампейн. Do you want a champagne? Стеклянные бокалы. Made in China. По цене 3000 вон. Разукрашенные. Чисто детям так. Опуного самочного сингекуда? Кого-кого? Что? А, штопор в виде акулы захотела? Такие всякие фужеры стеклянные. Все они в основном made in China. Так, ты это не трогай, пожалуйста. Сейчас точно чем-то разобьешь. Тетя! Пенделя получишь сейчас. Бутылочка под... Ангелина, не пляши здесь, ради Христа. Все стекло вокруг. Для оливкового масла бутылочка стоит всего 2 вонючки. Стеклянная. О, у нее такая герметичная пробочка. Резиновая. Прикольно. Жаль, что мы это ничего дома не используем. Могу, Анджелина, могу. Да ты что, правда, в рот-то не суй грязь эту. Господи, да, ума палата. Люди говорят, что ты умная. Иди, да. Так. Вот такой набор. Блюдечко с чашечкой. Смотрите. Стоит всего 3000 вон. Невероятно. Мне кажется, это так красиво, современно, модно. Ну, хоть и чайно, но все-таки Китай славится своим фарфором. Я не думаю, что это прям так критично, да? Смотрите, какая прелесть. Это вообще 2. Этот набор вообще 2 вонючки стоит для эспрессо. Красота нереальная. Вот куда надо ходить-то в магазин, а не во всякие там тыкваджомы. А вот в корейском стиле. В корейском стиле тоже всего стоит 2000 вон. Набор для эспрессо. Чайник заварной вот такой вот. Стоит 5. Ну и всякое. Ну вот просто белое я тоже люблю. Такой, знаете, simple style. Очень классно. Тоже набор стоит 3000 вон, товарищи. Набор чашка с блюдечком в стиле минимализм.
стоит 3000 вон. $2.5. Офигеть. Всякой формы. Я вот, например, латте люблю пить из вот таких широких чашек. Но это вот маловато, она должна быть побольше. Но вот такой формы именно она должна быть. Тогда латте пить одно удовольствие. Здесь очень много кружек, конечно, очень много. Всевозможными рисунками, и все они по две вонючки. Фу, жарко мне, что-то вспотело, надо раздеться. Потом кьют тело. Что было? Теперь эти пальцы руки чуть-чуть на уголке кокотнули. Супер, у тебя его чонгена есть, анцененгона. Кман чонге. Чамо. Папа наш, сейчас уже выкинется с пятого этажа, по-моему, здесь. Ненавидит все эти магазины. Праздник мы ему сегодня устроили, так праздник. Это затычки для вина, да? Пробки. Всякие ланчбаксы идут. Неинтересно. Это такая сложная конструкция. Это не просто ланчбакс, так как кимчи, она довольно специфически и очень-очень сильно пахнет. Для нее вот такой вот ланчбакс с вот такой вот сложной конструкцией, видите? Вот такая вот штука идет сначала, которая просто герметично эту кимчи вот так сначала закрывает, очень герметично, и вот как бы, ну, прижимая ее, да? И сверху еще идет герметичная вот такая крышка. Это очень серьезное дело, кимчи. И вот такой контейнер герметичный стоит всего 3000 вон. Это очень-очень дешево. А вот такая есть пластмассовая детская посудка. Детям все-таки лучше посуду пластмассовую покупать маленьким, что они постоянно роняют, по 1000 вон. Очень милые вот такие стаканчики классные. Такие очень плотная пластмасса, почти стекло, но она не бьется. Такая милота. С крышечкой. Стоит вонючку всего. И тарелочки вот такие милые. Такие вот детские дошираки. Пластмассовые. Такая пластмасса, что, знаете, не поймешь, пластмасса или это стекло, пока не бросишь на пол. Вот такой набор для садика купили. Зубная щетка, зубная паста и стаканчик. 2000 вон, меньше $2 стоит. Производство Корея. Значит, хорошая будет и паста, и щетка. Все очень качественное. Очень здорово. Обычно одна щетка столько стоит. Ой, что ж там творится такое? Что-то там сегодня празднуют. Ух ты! Вау! Опять нарвались на какой-то праздник. Это не манду, это ток. Ток здесь на пару готовят. А, ну и манду. Ой, Софья, островок Японии тут опять увидела свой. Япония за 5 рублей. Даже столики здесь есть. Кто ж такой мороз будет тут лопать? Я не люблю махнула. Вот такое пиршество здесь на улицах. Стейк
стейки, сосиски на костре, шашлыки. Класс! Это все дымит. Обалдеть. Это Азия. Да нет, не хочу, я просто снимаю.